Так, еще одно утро, пасмурное и дождливое. Еще одно утро. Да, ребят, всем привет. Техника наша стоит наготове на боевом. Ждем, когда будет погода, выехать сено крутить, рулонить. Техника наша стоит. Так. Люди какие-то ходят непонятные. Ночью, значит, сегодня нам снова не выехать, наверное. Вот капельки дождя, дождь минут 40 назад был. Небо пасмурное. Ну, что делать? Ждем погоды. Погоду не выбирают. Да. Ждем погоду. Сиденье вот намокло немного. Ладно. А машина стоит, ждет своих запчастей. Так вот. Так. Картошка у нас цветет. Цветет белым цветом. Цветет фиолетовым каким-то цветом, цветет. Вот. Картошка, ботва по пояс. Высокая ботва. Ботва сомкнулась. Ходили, проверяли неделю назад жуков, колорадских. Жуков нету. Мы, как я говорил, прыскали отравой там какой-то, чтобы... Ну, не ели они ее. Но вот до середины августа примерно они ее не едят. Их нету. Они не подлетают, жуки, боятся. Ну, что-то там воздействие, как вот, видать, химия какая-то на листьях. А потом уже начинают залетать. Но, с другой стороны, что можно сказать? В августе, в середине августа уже не страшно, потому что они уже ее не съедят. Для картошки самое главное, наверное, это чтобы листва была хорошая. Листва была хорошая. Чтоб не съели жуки колорадские. Вот у нас здесь один сорт картошки посажен. Она отличается. Вот, отличается по сортам. Не знаю, камера передаст, это не передаст. Есть сорт вот такой вот, он низкорослый. И вот ярко выраженные вот такие вот эти штуки, как звать там, листья. Вот. Здесь один сорт, здесь какой-то другой. Тут третий. Тут вот много прогалов. Вот картошка не взошла, вот сорняка много, надо будет полоть. И здесь вот, видите, здесь отличается по высоте другой сорт. Тут она выше. Ну вот это сортовая, по сортам мы так садим. По сортам садили. Там у наших соседей картошка, там тоже они, я не знаю, как они садили по сортам или просто садили. Ну, небо, видите, пасмурное, темное. Ну, вот так вот. Такая погода сегодня у нас и вчера. Да, вот. Что показать? Теплица. Огурцы растут. Собрали уже. Да много собрали огурцы. Вот. Маленькие, разные цветут. В теплицах что хорошо? Да, их надо подвязывать. Лена Степановна подвязывает. Помидоры есть, но они зеленоватые. Красных еще с теплицы не ели помидор. Так вот, короче, потихоньку.
Ну, ботва здоровая, высокая. Картошка цветет, растет. Где ботва большая, там и урожай будет большой, хороший. Вот оно, знаете, заметно даже. Где выше ботва, взаимодействие идет, вот картошка растет, урожай будет. Вот сейчас сфотографирую себя на фоне. Вот смотрите, вот я стою, вот, вот по пояс мне, вот она по пояс, ботва, и картошка будет хорошая. Там ботва меньше, там хуже будет картошка. Ну и там середина, туда дальше, конец, там тоже будет хорошая ботва, картошка хорошая, высокая ботва. Едем за Еленой Степановной. У нее репетиция. Репетируемся, готовимся к празднику. День рождения деревни. Что у нас здесь? Мусор не вывозят, чего это? Опять, наверное, машины сломались. Так, едем дальше. Ребята, сегодня у нас небо пасмурное, вся неделя, говорят, дождливая. У нас лежит сено кошенина, вон вся темнота стоит.